Наконец-то этот день настал. Ирина Каратовна, выпустили 13-й выпуск. Это, конечно, не видео, это альбом. Вот. Мои поздравления всем, кто ждал данный релиз. И, конечно же, мои поздравления пацанам и всем, кто работал над данным альбомом. 20 треков, тут несколько скитов, несколько совместок. Ну, такая, короче, мне кажется, очень серьезная работа. Я надеюсь, она меня чем-то удивит. Так что, пацаны, ну смотрите, если не удивите меня. Еще вначале хотел сказать то, что, ну, я видел, они выкладывали у себя в Инстаграме, что этот альбом слили. И, ну, для меня это вообще стало неожиданностью. Это вообще очень подлый поступок тех, кто это сделал. Ну, к сожалению, это произошло, конечно, и подпортило, так сказать, пацанам весь кайф. Все-таки первый дебютный альбом, и вот такая вот история очень стрёмная. Короче, надо найти этого чувака и дать ему пизды. Вот и все, что я могу сказать. Ладно, давайте слушать. Интро мы уже слушали. Короче, раз, два, три. По-моему, три трека с альбома мы слушали. Если что, есть где-то на канале. Вот. Это шоу Юрия Каратовны. Мы начинаем. Поэтому, ну, сейчас не будем это все слушать. Шикарный трек. 5000. Бетпитн тастар, битпитн бастар, сен диспитн затвар, ешкім, ешкімге айтпа. Гитарка кайфовая. Что все это заработало, гонишься за модой, ты стер все баррикады, мои тараканы не спят, не спят уже. Не все буду понимать, если что, пишите переводы в комментариях. Выкину здесь, пора уже, нет, это бред, ведь ты под опекой демона, неосознанно все делаешь. Актуальная тема, гитарка очень крутая, еще раз скажу. Там наполовину как Тирион, все злые будто бы учили Слизерин, тизерин. Надо бы по-быстрому отправить визоре. Гребаный под сигарет, суровые гризли, убили конфет. Забыли сентимент, притупили логику. В кармане только пять, на ход ноги. Мы с тобой не просто куча биологии. Спокойные такие куплеты. Таки не ти, таки ли эфирн, да тек, таки ли курети, брин. Хоть не куль, не сузин, да кай талай букли. Ничего не понятно, конечно, но звучит клево. Но здесь такое ощущение, как будто Алдик самый дерзкий здесь. Нормально, нормальная тема. Чип гитарка что-то напоминает, блин, Джастина, может, что-то такое. Так, Ариву мы слушали, да. Класс трек, но самый мощный был вот MVP. Вообще, у себя в городе, в Нижнекамске, я уже слышу из машин Ирину Каратовну, или мои друзья вот начали слушать их, то есть, ну, включают там в машине тоже у себя. Смотрели они выпуски, потому что, ну, видели мои реакции и так далее. И мне очень приятно, если я как-то, ну, посодействовал в этом, то, что здесь, в городе, постепенно-постепенно узнают об Ирине Каратовне. Вот, ладно, все, давайте дальше слушать. Халат совместно с Еламан. Let's get loud, let's get loud. В моей квартире ураган, да, скандал. Какой-то попсовый певец, наверное, да? Я пыль, пыль, ты глина, глина. Я ил, ил, ты тина, тина. По всем падежа выдашь. И я не верю ушам, к чему ты движешь мне крышу. Воу-воу, я дома, все в слоу-мо. К дыму забуду. Гвоздя тут нагоняет ужас. Честно, ты думаешь, все это бесполезно. Но как бы то ни было здесь. Утро
трека, опять же, такое же практически настроение, как у Аривы. Это тоже типа, ну знаете, латиноамериканского, в общем, вроде бы как. Может, я что-то путаю опять? Все круто, по сути. Ну, пацаны меняют также флоу. Интересно звучит все. Посмотрим, найдется ли песня, которая переплюнет MVP. Вот, ну пока MVP, интро вообще топовые вещи. Так, папочка скит. Слышь, лапочка, ты в курсе, кто твой папочка? По городу расхаживаю в тапочках. Че, чука, вау, вау. Твой папочка любит играть с мячиком. Какая самоотдача. Я не просто мечтатель, я твой папочка. Ну, те, кто подписан на Илюху, наверное, знают то, что он у себя пилит иногда такие скиты. Весь вечер в дыме, отныне больше ни-ни-ни. Или позже так примем, я превысил лимит. Классный бит. Я будто бы тратил силы, для тебя. Каждый старт, это еще метафизик. Я задисил сам себя, ага. Мне не надо приз. Есть киртогосен, не мочи манту, жаман бол атеп. Балаки здесь созылган, бол жаман адетын. Енді еркексін, бірақ тададым, түнбейсін бет. Түнгім ба, енді. Прикольно. Сам себя. Эй, мама, я хастер, я сам себе не безопасен. Ага, на деньги не подсел, пусть кто-то считает провластным меня. Но кто мне посчитает нервы, оставил на этом альбоме. А все, что ценю, это верность, налей мне виски я со льдом. Я сам себя, взвесил себе против виза. Пацаны красавцы. И заметили сэмплы, они... Похоже, весь альбом будет как-то... Сквозь альбом они будут проходить. В некоторых треках, мне кажется, еще услышим такое. Так, 2 плюс 2 равно 5. Корлый китап там на шару, ураши блант. Умер так, так ты, умер ухан. Понимаете, какая-то у нас тут такая около регги. Переводы мне в комментариях. Все пишут не только этой песни, а вообще где на казахском было. Чтоб я потом, когда слушал, имел просто представление, понимание, о чем там. Короче, трек Back to Back. Они, походу, на двоих только разделили его. Ну, саунд хорош. Troubleshooter. Я в 04 звоню брату достать что-то мне по блату. Я со вчерашнего под даты не помню даты, какой следующий город. Терпеть не могу, ведь я в тупать. Работа на карте, но в габарик работать без грамма таланта привык уже, а. Курит она шу, через парашют. Troubleshooter. Хайдага, автопати. Ну нахздар, вообще не кстати. Мимбас, маур, уотер, хватит. 20-20, сука, наш. По-любому, по-любому. Алдик вообще когда-нибудь на русском читал? Вот именно прям полностью. Блин, русский. Химика, не могу припомнить. Было, конечно, наверное. Траблшут. Так, неплохо было. Сейчас что-то крутое, походу, будет. Бьяч! Отойди ты, ведь не загораживай. Видишь, тип, тут намного эпатажнее, чем ты. Чао. Че ты хочешь? Че ты мочишь? Че ты гонишь? Че ты будешь? Че ты хочешь? Ты слишком дымно, ведь ты примерно молодых. Шоу на стиле новых долбоебов пародин. Чему учил, чем мало денег. Ты че, ебать, такой современный. Без полярность, женисти, пират, пресекль, дэнни. Минус,
көздеріме істерім кепілді. Ой, сенде бір кірпіш бүнеге, мен үшіме түп түніне. Качевая тема. Так, идем дальше. Совместно с Кайрат Нуртас. Так, начало мне нравится уже. Идем ауын болса, но сен уайындал. Келін күтті отыр, туыс қана хайында. Ағанды, неге тыңамадым? Но саунд хорош. Я прослушаю и думаю, куда меня это отсылает. В 90-е, может быть, чем-то. Так, ну по сути, половину альбома мы уже прослушали. И довольно-таки неплохо. Ну, несколько треков точно я могу слушать спокойно вообще, без проблем. Так, посылочка. Опять Илья будет сейчас? Ко мне, сука, едет посылочка. Все сру. Ты давай не лезь по ссылочкам. Весь друг. Здесь Марк, в следующем, наверное, будет... А мне забыл, кроме тебя никто ни при чем. Веду себя как обезьяна. Это как, типа, визитные карточки, в общем, пацанов. Молодец. Не срёшь ты, эх, молодёжь. Если не дунешь, то не уснёшь. Если не выбьешь, то не кипёшь. Бывает без всяких там. Она умна, мэн, мисс, мэн, мисс, мисс, ба. Дёжь, писк, номер XXXXX. Зубы стиснуты, челюсть вниз. У этой мисс, идол, артист. Но всё-таки Илья в Ирине Каратовне мне нравится больше. Он прям вообще кайфует. Он прям отлично себя чувствует на всех битах. Бит крутой. Грчик. Я нашел клад свой. Лови заряд мой. А теперь платной. Я есть Эйсо. Хочется мы дынс, дынс, дынс. Ну это как можно стать саундтреком, одним из саундтреков сериала Шикер, а может уже стал. Не употребляйте ничего запрещенного. Хотя вам говорить вообще. Так, сейчас будет аудик. Хорош. Уикенг. Я думаю, понятно почему. То есть. Любителям Mortal Kombat. Бомба просто давай общаться. Кентус, ментус, давай общаться. Гирбус, давай общаться. Давай общаться. Cash rules everything around me, this ma. Алдына не хуй перцон, this ma. Не пофиг, кто из вас сильнее, мой принцип. Не применяю силу нигде, всегда знаешь мой. Я выиграю битву без войны даже. Самая любимая шагнитица. Да хуй я подписан. Сделаем бач, даже если наш снарин не прописан. Ну-ка, ку-ка, кричи в рубат. Как мы начнем снимать мой кубок. Есть, ну давай закрепим. Круто, круто. Опять же, больше понравился Илюха. Но пока слушал, в общем, вспоминал, как мы с друзьями играем вот иногда в Mortal Kombat.
И у меня друг, в общем, он не знает никаких комбинаций, он просто тут вот так вот, короче, джойстик дрочит и дрочит. Я там как бы просто, ну, нажимаю, тоже не знаю, но спокойно нажимаю, но тот прям вот так вот, короче. Пишите в комментариях, как вы играете. Вот, ну вообще я больше люблю Injustice и Джокера с Харли Квинн. Если я за них играю, все, все остальные сосуд. А бит из дюк. Поднимите руки вверх, чё стоим? Чё вам людям лень? Не хотим? Выход на сцену, это бесценный опыт. Слышит опыт людей, под ноты моих друзей. 10 из 10, дизель, лилик и псих. Сись, пись, пись, витамины, висни. Чё стоим? По жизни халтан да ты тэшни. Иди отсюда, анимешни. Салют атады, кынды менің ауданымда. Да-да, бітсе егер мынаным бәрі қасқағымда сонда. Ну такой тут чисто припевчик для концертов. Сам знаешь, где подвал. За год только собрался. Чистый забыл достать. Субэры им дэйвана постал. Травит чигол, руки в наколках. На слабости он падки как долго. Аплауз. Поднимите руки вверх, чё стоим? Так, простенький припев, но пиздатейший бит. А пацаны, как всегда, красавцы, конечно. Это вообще бесспорный. Балуюсь. Такой кульчик. Прикольный, прикольный трек. Такой лайтовый, балдежный. Блин, тексты хочется посмотреть, там по-любому кучу отсылок вообще, много на чего. Ну, кайфовый трек, ему зло, и текст. Вот, круто вообще сказано было. Вот, тоже хорошая мысль была. Сейчас будет разъёб, походу. Я не знаю, как так получилось, что стал более-менее популярным. Действовал на инстинкты, не кидал бумаги в оракул. На нас вспотел рекламодатель, это факт, чувак. Я несу свой факт, fuck you, lucky man. Чистый интеллект. Я заработал весь авторитет, когда не было бабла на пачку сигарет. И секс, смех и смерть, а я просто сидел и писал свой куплет. Блин, не нейдук ли это? А, где-то отвернулся от веры. Любимая спасла от дур всяких. Братья спасли от пуль. Я не стал таким, как все. Кстати, пора вернуться к вере. Пора вернуться к вере. Ну круто, круто. Бит вообще просто в вышках. Ну не прям в вышках, ладно. Но очень хорош. Прям с самого начала я понял, что это будет кочевая тема. Я просто думал, может как-то он зайдет и еще станет. И сдача. Но он просто на одной волне прет. И они так по очереди залетают у него. Прикольно, прикольно. Смешно было сейчас. Шикарная концовка вообще, прям топчик. Чистому зло оставить, это же так круто. Чувак, который писал биты, я не знаю, сколько у вас тут писали биты на этот альбом. Все круто вообще. Утро. Последний трек, к сожалению. И мы возвращаемся к этой гитарке, которая 5000 была, а в интернете было такого. Сенсей, это сенсация, брау, я слышит слева, слышит справа. Я это не взят, я и так ебашу с гандикапом. Я не пиндикатор, даже когда с перегаром. Мы снова все забрали даром, даже не пришлось торговать ебалом. Ага. Это было в Ариве, по-моему, да?
А, все, точно. О чем говорить, твои мысли лишь доллара. Хватит билетов, никто не дал тебе повода. Блин, как-то даже жалко то, что альбом кончается. Тут, конечно, 20 треков. Нормально. Это специально для Элдика так? Круто! Поздравляю пацанов с релизом альбома. Очень хороший дебютный альбом. Много, конечно, треков. 20 это слишком много, как мне кажется. 24 это вообще прям... Вот. Но прослушивалось все на одном дыхании. Вот что прикол. То есть у меня не было такого впечатления, то, что они все между собой похожи. Нет, есть различия, конечно же. Все как-то отличаются. Пацаны по флоу тоже нигде вообще не... Ну, я что-то либо, может, не заметил, но старались они всегда как-то иначе себя показать. Вот. По поводу казахских слов, там, ну, куплетов, совместок и так далее, я, в принципе, уже написал. Было бы круто, если бы вы написали мне, ну, чё, где, как, в каких песнях, в общем, чтобы я просто понял, о чем там читал Элдик и те, кто были на совместках, и Марка иногда. Вот. Альбом... Так, ну что, по битам? По битам все круто. Есть... Я знал то, что будут какие-то восточные мотивы. Ну вот. Ну и где-то слышалось вот Латиноамерика и так далее. И еще ямайская такая тема была в 2 плюс 2. Прикольно. Тоже классно. Понравилось то, что у каждого есть свой скит. Типа как визиточка. Вот он, Илья. Я вот так могу. Вот так вау, вот так вау. Посылочка у Марки тоже неплохая. Из всех, наверное, я не знаю, тут Алаш, в принципе, очень крутой. Алдик там, вот в Алаше очень крут. По песням. Ну, пацаны, конечно, уж о своей жизни, о концертах, там, личное что-то затрагивали, друзья там... И так далее. Есть какие-то мотивационные темы. Ну, где-то в тексте там прослеживалась мотивация, что тоже очень круто. Вот. По... Ну, больше всего уж, я думаю, всем это понятно. И я как бы сам знал это, то, что... Ну, на альбоме мне больше понравится Илья. Не, ну, просто мне его как-то интересно слушать. Больше всех он мне нравится. Вот. В принципе, ребята не удивили. Я знал то, что мне зайдет этот альбом. Я знал то, что мне понравится. Единственное, просто хотелось бы что-нибудь прям... Такого, знаете, ну, каких-то реально резких поворотов, там, смены бита. Или что-то, ну, по стилю, может быть, что-нибудь, ну, иное. Не знаю. Но, в принципе, я и Латиноамерике тоже был удивлен. Так что, ну, в этом, в принципе, все норм. Все, по-моему, я сказал, да? Топ свой. Допустим, давайте, сколько тут? 20 треков. Топ из 10 я напишу в комментариях, и вы тоже можете. Может, прикреплю этот комментарий, и вы там еще пишите свой. На этом все. Пишите в комментариях ваше мнение, как вам альбом, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр, всем пока. Check it out.